Приветствую, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же Моряк. В этом видео я хочу показать вам очередную вариацию трюка, который называется «Масло и вода». Итак, для этого фокуса мне необходимо 4 черные карты, которые будут играть у меня роль масла, и 4 красные карты, которые будут играть у меня роль воды. Итак, напоминаю, наверху у меня вода, внизу у меня масло. Перемешаем. Масло, вода, масло, вода, масло, вода, масло, вода. Как вы, думаю, помните из школьного курса физики, если поместить масло и воду в одну банку, как следует ее взболтать, немножечко подождать, то через некоторое время масло всплывет наверх, что, собственно, у нас и происходит. А вода остается внизу. Что ж, продолжим наши чудовищные опыты. Напоминаю, у меня есть масло, у меня есть вода. И снова я возьму и перемешаю воду и масло. Так вот, раз, два, три и четыре. Ну, грубо говоря, снова помещу их в одну банку. Снова помещу их в одну банку. Снова я эту банку как следует взболтаю. Снова я подожду немножечко. И когда пройдет время, наше масло снова всплывет наверх, а вода останется внизу. Что ж, давайте перемешаем еще раз. Масло, вода, масло, вода, масло, вода, масло, вода. Теперь, друзья мои, давайте убедимся в том, что масло и вода перемешались. Итак, масло, вода, масло, вода, масло, вода, масло. Снова я взболтаю нашу банку. Снова я подожду, пройдет немного времени, и мое масло всплывет наверх, а вода останется внизу. Ну что ж, друзья, а что будет, если я эту банку взболтаю и не дам времени на то, чтобы все устаканилось? Все верно. Наше масло и вода также будут идти в перемешку. Вот такой вот трюк, друзья мои. А теперь давайте смотреть обучение.